Ну что, мы идем из кино. Альберт остался в восторге, я так понимаю, от фильма. Да? Да, мне понравилось. Ну, рассказывай. Давай ты рассказывай. Я? Да. Ну, я не то чтобы там... Я не в восторге. Мне просто понравился фильм. И... Иди сюда, чуть левее. Левее иди. Вот. Ну, от бременских музыкантов я была в большем восторге, чем от летучего корабля. Вот так вот, да, скажем. Мне понравилась сама специфика того, что вот они в таких нарядах, в разноцветных. Это ж сколько надо было тканей, чтобы сшить им всем этим наряды. Кто сходил на это кино, тот видел, да, какие там наряды. Разноцветные, пестрые, все в красках, в какой-то такой необычной мануфактуре. Да и вообще, само это королевство, в котором там жили эти царь с царевной. Ну, сказка. Сказка на новый лад. Альберт идет и мучается со шнурками. Они у него развязываются всю дорогу. Я на прошлых ботинках мучился. А? Я на прошлых ботинках мучился. Ладно, мы домой перейдем. Альберт расскажет свое мнение по поводу этого фильма. Ну что, я хочу высказать свое мнение по поводу этого самого баллончика, с которого мы брызгали свою обувь из вонючего баллончика. Почему же оно того не стоило? На улице очень грязно, стоило, я считаю. Стоило 50, это стоило. Это моя обувь, да? Что-то у меня запотело, что ли, камера. Так, дубль 2. Ну, блин, я даже не знаю. В принципе... Я бы сказала, чище даже, чем когда мы пришли утром, когда ходили в магазин. И это Альберта обувь. Вот это его косячность. Он постоянно, когда поднимается по подъезду, он запинается в ступеньки. Меня это бесит, меня это раздражает. Я всегда ругаюсь из-за этого. Но, во всяком случае, на обуви просто капли воды. Они, конечно, грязные, но не настолько, насколько бывает обычно, когда мы пройдемся. Вот, например, взять Артема обувь. Это вот Артём пришел. Ужас. Такой... Нет, я ему протирала их вчера утром. Но все равно. У него вот они за один раз бывают вот такие вот. Ну, посмотрим, как оно будет работать дальше, это средство. Все равно протру салфеткой. Ты все сейчас сзади. Давай. Альберт тут решил не спортом заняться. В туалет сходить. Ну чё ты? Нормально же крутил до этого. Давай. 3, 2, погнали. А на шею. Ты себе так шею свернешь. Короче, ему, походу, дело животик чуть-чуть мешает. Сосредоточься. Рыся, куда пошла в грязь? Сосредоточься, давай. Это сложно. Даже у девочек не сразу получается. Потому что он весит 2 килограмма. Ну вот как ее можно назвать? Не иначе, как директор кухни. Да? Тебе только кресло осталось сюда еще поставить. Стеж. Выходишь из ванной, она сидит, голова ее торчит. Кстати, я сейчас я рассказывала Артему вот эту вот, я не знаю, как это назвать, афера, не афера, по поводу пушкинской карты, которая вот есть у него, и у Артема тоже есть, как у учащегося. Короче говоря, Альберт пытался купить по пушкинской карте билет себе на «Летучий корабль». «Летучий корабль» – это наш российский фильм. И при покупке ему пишут, что операция отклонена. Мы, значит, собрались, пошли туда, в кинотеатр. Короче говоря, мы пришли туда, в кинотеатр. А? Доступна оплата пушкинской карты. Это в ЕКБ? Да.
Подожди, я договорю. Вот. И я задаю вопрос там на кассе, говорю, фильм-то наш российский, почему ребенок у меня не может купить билет по пушкинской карте? Она мне говорит, отменили у нас такую систему, потому что якобы многие стали покупать билеты не только на себя, но и на кого-то там, на родственников, на чужих людей, короче говоря. Ну а почему нет, в принципе, если ребенок сам согласен потратить со своего счета вот эти вот деньги с пушкинской карты, даже, грубо говоря, на меня, на мать, да, купить этот билет, почему нет? Они у него все равно, он не израсходует вот эту сумму, сколько там, 5000 дается же, да, на эту пушкинскую карту. Она даже, ну, израсходует он ее сам на себя, израсходует на меня, на себя, допустим, или на брата, или там на свата, я не знаю. Ну, почему нет? В общем, у нас в нашем городе отменили вот эту систему, и теперь продают билеты по пушкинской карте, типа со скидкой за 150 рублей. При том, что взрослый билет, вообще, в принципе, билет на кино, в кино стоит 240 рублей. Вот это получается мой, я себе купила за 240, и Альберту продали за 150 рублей, типа со скидкой по пушкинской карте. Не знаю, законно это или нет, но она еще добавила такую фразу, что скоро это вообще отменят. Пушкинскую карту вообще скоро отменят. Я не знаю, насколько это законно. Вот сейчас Альберт пытается посмотреть, можно ли в Екатеринбурге купить на какой-либо сеанс, даже на сегодня, по пушкинской карте билет онлайн. И можно? Сейчас код придет. И ты прям впустую просто тупо купишь и все, и проверишь, да? Да. А билеты сколько там стоят? Тоже 200? 150 рублей. 150? Я на театр какой-то купил, по-моему. Какой? Сюжетно-ролевая игра. Наследники Шерлока Холмса, библиотека. А, в театр. Заказ оплачен. Вот. Вот он купил сейчас билет в театр. Как? Шерлок, в общем, про Шерлок Холмса, да, вот он сейчас озвучивал, и у него и прошла оплата через Екатеринбург. Так это что получается? Вот, оплачен. Это сегодня можно уже, а, или не сегодня? Вот, я купил. Вот так вот. Это получается в нашем городе у нас кмутят в кинотеатре, да? Ну да, можно написать заявление запросто в соответствующие органы. Пушкинскую карту у нас не пропускают так просто онлайн. Все. Где? Библиотека это. Не покупай больше никуда. Лучше, ну, мы лучше с тобой в ЕКБ купим куда-нибудь, реально. Там есть кино? А почему нет-то? Есть. Вот такие пироги. Все, серьезные разговоры прекратили. Давай, делись своим мнением. Тут ноги летают над головой Артемины. Давай, рассказывай, что тебе понравилось в фильме? Фильм понравился. Фильм понравился. Ну, ты вышел прям в восторге от этого фильма. Принцесса понравилась. Он влюбился. Принцесса понравилась? Царевна? Да. Мы пока шли по дороге, он... Чё? Артём там ходит у нас позади. А? Не буду смущать. Он смущает. Ну вот мы пока шли, он сказал, что мне, говорит, понравился фильм с технической точки зрения. Я, говорит, на каждом этом сюжете думал о том, сколько они сил вложили в то, чтобы сделать там... Кадр. Давай. Сделать какой-то. Кадры? С технической стороны смотрю фильм. Они с нормальной человеческой. А с нормальной человеческой это как? Типа смотреть, восхищаться им. А я смотрю, сижу, думаю, сколько создавали этот момент... Сколько делали его, не знаю, снимали сколько его, долго ли это, там костюмы даже создавали. Ну, эти костюмы, они, конечно, вообще... Ну, такие это, как они, как в учебниках истории, короче, они, ну, эти костюмы. Ты знаешь, вот исторические костюмы, они выглядят чисто форматно вот так же. А цветовая гамма у них вообще не такая, Альберт. Вот эта юбка в лошадках у нее там, в собачках. Как их называют? Эти зайчики вот здесь на плече у придворных. Это, ну, в общем, посмотрите. Вот реально, как бы, можно... Я бы посоветовала посмотреть ради, наверное, эстетического какого-то удовольствия. Тем, кто любит такое все пестрое, яркое, цветное. Те, кто не любит все вот это аляпистое, вам точно не зайдет, потому что, ну, там очень много всего. Вот там вот эти костюмы, они вот такой расцветки все.
Вырви глаз, просто вырви глаз, платья эти. Огромное, шикарное царевнино платье, оно может быть все вот в таких вот рисунках, в каких-то там, говорю, лошадках, зайчиках, кошечках и так далее. Дворец точно такой же разноцветный, все внутри дворца тоже все такое же разноцветное, радужное, вот. Матросы в таких костюмах интересных, да. Ну, над костюмами, конечно, постарались. Песни. Песни переделаны все из «Летучего корабля», из мультфильма. Ну, более такие на новый лад они. Новая аранжировка, новая где-то музыка, ноты. Но суть та же. Мне бесит больше вот эти песни. Песни не нравятся. Которые половину фильма просто, не знаю, половину сюжета, как сказать... Ты сейчас похож на Водянова. Такая же пузика у тебя, как у Водянова. Водянова было жальче всех. Но мне понравились бабки-ёшки. Угу. Они вообще прикольные. Мне кажется, бабка-ёшка играл один и тот же актер, потому что они все одинаковые на лицо. Я хотела в ролях... Бабки все одинаковые на лицо. Да, в ролях я хотела посмотреть, кто играл роль Бабы-Яги. Ну, почему-то я как-то проморгала этот момент. Я увидела, кто играл роль этого... Как его зовут-то? Полкана. Полкан Полканыча, сына этого царя... Не царя, а... Кто? Как его этого полкана-то зовут? Короче, не суть. Вот. Я увидела, кто какие роли играл, а вот роль Бабки-Ёшки я так и не увидела. Как я так проморгала, не знаю. Вот эта бабка была, у которой на все жизненные случаи одно лицо. Одна эмоция. Ну, самая первая. Да. Вообще непробиваемая такая, да? Да. Прикольная, но... И одна такая, которая все время улыбается, все время на позитиве, да? Да. Прикольно вообще. Интересно. Ну, честно, вот еще один фильм в мою копилочку, который посмотреть на один раз. Да? Угу. Ладно. Все, я, короче говоря, пошла ужинать и в душе готовиться завтра. Поздно не наелась. Я хочу рыбы. У нас там есть рыба. Я хочу рыбы. Надо ведь еще покушать, приготовить что-нибудь. Да. Я так же, как в прошлые выходные. День прошел мимо меня. Прекрасно, и я только в 9 вечера очнулась, что я ничего не приготовила кушать. Пошли. Очень люблю рыбку, но беру ее редко, крайне редко почему-то. Не знаю почему. Ты любишь рыбку? Хочешь? Конечно, хочу, скажи. Но тебе такое нельзя. Ладно, мне приятного аппетита. Я не пользуюсь так-то этими масками. Ну, подарили, надо, наверное, использовать, да? Как ты думаешь? Дарила, ну, да. Пока они в зубы не смотрят, надо использовать. Передаривать как-то некрасиво. У тебя красотка, да? Всем доброе понедельниковое утро. Ну что, в новую неделю. Здравствуй, жизнь. Я сегодня встала почему-то с каким-то трудом. Думала, будет легче. А получилось, что нет. Соскоблила себя с дивана, можно сказать. Так. Так, ну что. Планы, как обычно, далеко идущие. Работа. Тренировки, репетиции, репетиторство. Короче, много-много всего. И еще на один шаг, еще на одну неделю ближе к отпуску. Погнали! Сегодня вторник, а я уже устала. Ничего, 9 недель до лета, 9 недель до отпуска. Чуть-чуть. Вчера, правда, день был сложный. Эмоционально такой сложный. Много всего, одно за другим, одно за другим. Вообще, понедельник, говорят, день тяжелый. У меня понедельник день насыщенный.
Время 7 утра, и смотрите, как светло. Это кайф какой-то вообще. Уже скоро будет легче вставать. Намного будет легче вставать, когда уже в 4 будет светать. И все равно утро доброе. И птички поют, и все хорошо. Доброго утречка всем. Вы не представляете, насколько сегодня тепло и хорошо. Это просто какой-то кайф. По дорогам все бежит, прямо реками вода бежит, реками прямо. И светло-светло вообще. Ой, как же я балдею. Все, ура, наконец-то все, полностью весна. Осталось 8 недель до лета, до отпуска. И будем кайфовать целых 3 месяца. А я сейчас опять кошку кормила. Опять нам подкинули в подъезд кошку. Я одного не могу понять. Вот выкидывают на улицу кошек. Блин, да сдай ты в приют сходи. У меня одни маты всегда из этого. Она бедная орёт на весь подъезд. Вот у меня сейчас вот на данный момент всегда в кармане, в рюкзаке этот есть. Пакетик корма. Я ее накормила, но она ведь опять будет орать. Блин, я не могу. Смотрите, всем хотела показать, кстати, забыла. Уже второй день стоит она. Боже ж ты мой. Твой голос всегда в кадре. Ну да. Это мне подарила клиентка моя на фитнес, которая ходит взрослая. Она делает сама эти свечки. Как она пахнет. Я не пойму пока, что за запах. Но вообще он потрясающий, этот запах. Не знаю, ваниль с чем-то смешано, что ли. Самое интересное, что я вот буквально, наверное, неделю назад на ВБ смотрела такие свечки и даже бросила в корзину. Выбрала вкус, который... Не вкус, а запах, да? Запах, который бы хотела бы. Ну, вроде бы положила в корзину, потом подумала, да зачем они мне? И удалила. И проходит несколько дней, мне клиентка дарит вот эту свечку, сделанную своими руками. Ну и фраза «ты можешь все», «ты все можешь» – это то, что мне сейчас на самом деле нужно. Как бы такая, скажем, с ее стороны легкая, но очень нужная поддержка. Вот как-нибудь вечерочком зажгу, когда никуда не буду торопиться, никуда не буду спешить. Зажгу, буду сидеть, смотреть на мерцание. Ну и рисовать. Никак не могу дорисовать эту картину. Чуть-чуть осталось, вот крылья буквально. Вот такие люди есть в моей жизни. Это меня зовет кушать.